Я слыхал. Болезнь из космоса. Откроем-ка эту штуку. Хорошо. Даже думать не хочу, что было бы, если бы затея провалилась. Радио только что передавали, что поблизости разбился вертолет. Судя по всему, это где-то неподалеку. Вы можете сходить посмотреть? Однозначно. Сначала поищите выживших, а потом гляньте, нет ли чего ценного среди обломков. Что-нибудь найти. Куда же я?
зовут Николай. Как видишь, этот говнолёт, на котором я должен был слинять с этого сраного острова, разбился. Ну, конечно, он же не русский. Нам надо выбираться отсюда, друзья мои. Скоро это место будет кишеть этими тварями. Перед падением я видел на берегу бункер. Внутри наверняка можно спрятаться. Он отлично защищен. К сожалению, он окружен этими инфицированными уродами. Если мы доберемся до бункера, я гарантирую, что помогу вам убраться с этого проклятого острова. Я смотрю, до тебя все не доходит. Убейте! Круши их, сразу! Круши их, сраные головы! Нужно идти дальше. Спасибо, друзья мои. Вот вам кое-что за беспокойство. Вертолет. Удачно разбился. Пора работать на... планом Б. В обычной ситуации я бы сразу после падения вызвал бы своих товарищей, и они забрали бы меня через пару часов. Но мой спутниковый телефон тоже, к сожалению, разбился. Мне нужно, чтобы вы сходили в город, нашли мой ресторан, кафе «Киев», и попросили Сергея отдать вам спутниковый телефон. Принесите его мне, и мы уберемся с этого сраного острова в мгновение ока. Ну как?
Ладно, ладно. Отдайте ему это кольцо, чтобы он понял, что вы от меня. Теперь идите. Слыхал, это болезнь из космоса. Сейчас важно все, что поможет продержаться. Это мощная машина, но ее надо превратить в настоящий танк. Ее нужно бронировать и превратить в таран. Справитесь? Почему нет? Хорошо. Неподалеку от маяка есть мастерская. Там ты найдешь все, что надо. С автогеном работали? Тогда будем надеяться, что механик еще жив. Или придется искать кого-то еще. Как тебе это понравится, урод?
сын. Так, что тут у нас? Они ничего не могут с этим поделать. Они просто на голову больны. Я к ним как к людям, и меня укусили. Завтра я стану одним из них. Осталось, может, часов 6, может, меньше. Но я еще успеваю сделать что-нибудь, верно? Что же это может быть? Крепость на колесах? Самодельный танк? А могу навесить немного брони куда угодно. Хотите, я попытаюсь? Однозначно. Вот это я понимаю. Не дайте этим ублюдкам мне помешать, и я прокачаю вашу тачку. Ох, и круто будет. Ему плохо. Тебя урою, тварь! Готово. Сойдет. Есть одна проблема. Моя дочь не останется здесь. Что? Скоро я потеряю рассудок. Не хочу причинить ей вреда. Мы отведем ее к спасателю. Он не сможет защитить ее, так как вы. Возьмите ее с собой. Прости, друг, но нет. Эй! Вам вот это же ведь нужно? Тогда давайте меняться. Папа, что ты говоришь? Я никуда не пойду. Дорогая, милая, послушай меня. Ты должна. Здесь тебя уже ничто не держит. Я не брошу тебя. Посмотри на меня. Посмотри. Я люблю тебя. И хочу, чтобы ты запомнила меня таким. Обещайте мне, что позаботитесь о ней. Она пойдет с нами. Папа, нет! Папа! Держись, дочка. И не теряй надежду. Живи дальше. Я люблю тебя.
Хорошо. Теперь вы готовы. Достаньте припасы, но берегите себя. Зря не рискуйте. Если погибнете, с вами умрет последняя надежда на спасение. Мама всегда хотела сюда вернуться, но у нее так и не получилось. После ее смерти мы поселились здесь. Остров помогал ему забыть обо всем, и он вложил в него сердце и душу. И мое сердце тоже здесь. Так что если мы должны кому-то помочь, давайте приступим к делу. Да. Все, пойдем. Предлагаю сначала заглянуть в церковь. Наверняка уцелевшие собираются там. Я бы пошла именно туда. Делается. Ценное. Помогите! Помогите! Да заткните эти колокола! Сейчас сюда сбегутся демоны со всего города! Мы сделали это! Эй, там! Открывайте ворота! Здесь гости! Вот так! Поговорите с матерью Еленой. Может, вы сумеете заставить замолчать колокола? Thank you.
Писатель сказал, что ты идешь. Один из наших, одержимый демоном, заперся на колокольне. Пожалуйста, помогите нам остановить этот звон. Они взывают к ученикам дьявола. Спасибо. Вы спасли нас. Эти демоны чуть было не пробрались в церковь. А Фрэнк... Его душа досталась зверю. Вам нужны припасы, еда, лекарства. Мне жаль, но город уже разграблен. Вряд ли вы что-то найдете, если не будете знать, где искать. Я помогу вам. Но только если вы пообещаете мне помочь. Ибо вы здесь по воле Божьей. Вчера у нас кончилась вода. Две храбрые души отправились сегодня утром на насосную станцию. Они не вернулись. Определенно. Вы можете узнать, что с ними случилось. Или, по крайней мере, вернуть нам воду. Мне нужно сделать нечто ужасное. С чем я не справлюсь. Когда началось это безумие, мне удалось эвакуироваться сюда. Но моя жена и дочь не смогли этого сделать. Мне говорили, что видели их там, полуживыми, полумертвыми. Одному Богу известно, кто или что они сейчас. Но моей семьей они больше не являются. Пожалуйста. Это непросто, но я хочу, чтобы вы упокоили их. Остановили их страдания. Они заслужили покой. Они это... Вы это сделаете? Да, я тебе помогу. Спасибо. Вот их фотографии. Пожалуйста, сделайте это быстро. И сообщите мне, когда все закончится. Тебя об одолжении. На нас вчера вечером напали зараженные. Мне удалось сбежать, но я не знаю, что произошло с моей семьей. Если они выжили, они наверняка не знают, что и со мной все в порядке. Ты можешь сообщить им, что я жив. Я тут сделал несколько плакатов. Если сможешь развесить их по городу, возможно, кто-нибудь на них натолкнется. Определенно. Развесь мои плакаты по всему городу, и тогда они, может быть, смогут меня найти. Удалось развесить плакаты? Это сделали?